Пресвятой Троицы. Метеоры и некоторые скалы достигают высоты 600 метров. И вот на их вершинах порядка где-то в 10 веке нашей эры начали строить монастыри выходцы с Афона. Всего за время существования по сегодняшней было 22-24 монастыря, и это не считая скитов, келий, пещер. Сейчас действует только два, ой, вернее, действует только шесть. Два из них женские, четыре мужские. Вот примерно наша дорога туда. Иди к нам. Нет, мы еще фотографируемся. Смотрите, как красиво. Снимать не особо удобно, камера дрожит, но представьте, что выйдет. Кстати, это один из самых удобных способов сейчас добраться, потому что раньше не было способов подняться. То есть стройматериалы, людей, продукты поднимали на веревках и опускали точно так же, либо были хлипкие лестнички. Сейчас все достаточно удобно сделано для туристов. Так, сейчас я начну сопеть и задыхаться. Терпите. Старость не радость. Я очень устала. Что, взбираемся дальше? Высота и алкоголь делают свое. Смотрите. Двигайся. Я боюсь. Ты чего боишься? Я сам боюсь. Все равно первый войду.
поднялись. Там внизу пропасть. Поэтому это без меня. То есть вот этой штукой, как раз таки, видите, канатом связано было. Вот с той частью, откуда можно было все перетягивать еду. Образ Пресвятой Богородицы. Часть помещений закрыты. Только что Наташа встретила батюшку, попросила благословить. Да, я французскую речь тоже слышал. Have you been to Australia? I've been to Australia. Oh, you have? Okay, great. And, did you like the Great Ocean Road? Yeah, very much. А можно здесь? Да. Грин, не подходи туда, пожалуйста. Я не люблю когда. Ничего страшного. Да? Откуда вы тут? Осадки. Что? Дождь, осадки. Как вам такие перспективки? Какая красота! Надо...
Okay. Ты видишь, какие места? Потрясающе. Что, как обычно, я много видео наснимал. Ну, надеюсь, вам это понравится. Это того стоит. Ну все, а теперь в дорогу, на паром. Какой старый? Да, вы же что думала? Не эти, 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 Si avez vu votre avocat, c'est bien sur le 300 droit, tu descends sur le côté, j'aime. Sur le 300 droit, comme ça, tu descends sur le côté. Pourquoi? C'est moins beau. C'est parce que c'est ce qui est le chien.